Приветствую, дорогие друзья! На тестирование попал неплохой комбо-видеорегистратор для автомобиля DriveCam Signature со встроенным GPS-информатором и радар-детектором от компании TrendVision. Устройство оснащено Wi-Fi модулем для управления и просмотра видео через мобильное приложение со смартфона или планшета. Маломощный. В спину. В комплекте есть все необходимое для установки работы из коробки, включая блок питания с длинным проводом и магнитное крепление, которое позволяет снять или установить устройство буквально одним движением. Также предусмотрен магнитный поляризационный фильтр, который позволяет убрать ненужные блики от лобового стекла и переотражение на мокрой дороге. Качество записи отменное, пишет в режиме Full HD 1080. Также отмечу улучшенный режим ночной съемки благодаря светочувствительной матрице Sony IMX307. Сигнатурный радар-детектор имеет несколько режимов срабатывания для различных детектируемых диапазонов, что позволяет комфортно перемещаться как по городу, так и по трассе. Видеорегистратор TrendVision DriveCam Signature выручит в сложной дорожной ситуации, поможет разобраться с ДТП, зафиксирует номера участников, а GPS-информатор подскажет о ремонтах дорог и стационарных камерах, участках с установленным ограничением скорости передвижения, что потенциально приводит к экономии на штрафах. Подобную модель стоит выбрать как для собственного автомобиля, так и в качестве подарка другу или коллеге. Если вам понравился видеорегистратор, то подробный обзор вы сможете найти по ссылке под видео. А если вас интересуют обзоры и тесты гаджетов, то подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в мой блог. До встречи!